Всем приветики. Я сегодня в фарточке. Ну, не думайте, что я специально что-то там делала, покупала или еще что-то. Нет, это у меня был, просто я сегодня на него наткнулась. Так, короче, я квашу сегодня. Не квашу, вру, мариную капусточку. Сейчас замариную, завтра мы на обед будем с картошечкой ее кушать. Капуста нужна, морковка. Наверное, не видно вам. Морковка, перец и лук. 9% уксус. Растительное масло, сахар, соль. Все. Все. Так. И мне надо нашинковать кило капусты. Кило капусты. Так. Как же мне это сделать, чтобы кило-то капусты было? Так. Ладно. Прежде чем кило капусты, я буду натирать. Так. Она вам, наверное, будет мешать. Сейчас я ее вот сюда. Вот сюда. Так, короче, на терке для корейской морковки. Знаете, вот эта штука, у меня уже не знаю, как того, какая. И она у меня всегда вот здесь ломается. Всегда. Поэтому. Ой, а вообще, девчули, я не поняла. Что за хрень? Где вообще лайки? Где комментарии? Вы что, совсем что ли? Мне сидя неудобно. Но если я встану, то меня вообще будет не видно. А я же хочу, чтобы вы меня красавицу увидели. Вообще, вот на этой терке для корейской моркови я не люблю тереть. Знаете почему? Потому что либо у меня пальцев нету, не будет. Либо я не потру морковку. Так, ну довольно-таки крупная так морковочка. Ай. Вообще, на килограмм капусты, значит, 200 грамм моркови, 200 грамм перца, 200 грамм лука. Но я сильно не придерживаюсь этого. А, ну, как тру, так и тру. Вот, денек сегодня у меня еще тут. А, кстати, разгрузочный день. Я вообще больше делать не буду. Это так. Фигня на постном масле. Короче, сегодня утром встаю, а у меня 11, ой, 111 и 4. Нифига себе. Поэтому это так. Так, короче, это я не буду тереть, просто потому что не буду. Так, это я в кастрюлю, в которой буду перемешивать. Ой. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Так. Куда мне ставить? Ладно, на пол поставлю. На пол поставлю. Так, лук. Я думаю, одной луковочки хватит. Так, режу перьями. Вот это боку, сбоку отрезаю. И вот так вот здесь, чтобы перышки получились. Поэтому, знаете, как это говорится, мне кто-то написал, ешь все и ни о чем не думай. А я, в принципе, ты ем все. Ну, хлеб не ем и сахар. Девочки, еще забыла сказать, я еще и майонез не ем. Вот еще. Поэтому как-то так. Вот. Но разгрузочных дней я больше делать не буду. Все это фигня на постном масле. На постном масле. Ушли килограммы, и тут же они ко мне пришли. Да ну нафиг, зачем это надо? Вот это вот такой пример сразу, что, как-то говорится, нельзя вот быстро худеть. Надо худеть постепенно. Поэтому кто-то мне написал, в первый месяц, типа, 4,5 килограмма ушло. Тьфу, это только, типа, в первый месяц ушла вода, и все такое. Я же об этом и говорила. Я об этом говорила, кто меня смотрит. Я прекрасно это знаю. Прям Америку открыли, господи. Ладно, хрен с ним, с этим похудением, больше... Ах, ой, моя кастрюлька с полу. На пол. Ну еще, я же не внутренней стороной поставила на пол, а внешней. Так, перчик. Перец, конечно, лучше брать. Что такое? Этот, разноцветный. Ну, желтого у меня нету. Вернее, он есть, но он не поспевший, и он вообще на даче. Так, такими вот полосочками. Какой дома есть, такой я и взяла, короче. Ну, если галочка себе пальчик не отрежет, так это вообще.
Это все, как говорится, так и должно быть. Обязательно галочка должна отрезать себе пальчик. Обязательно. Вот не знаю, что такое перец, а? Смотрите. Внутри, вот здесь вот, как бы это, черненькое появляется. Так. Это кругленький, мелкий, круглый. Я его как-то забрала с дачи, вот он у меня поспел. Я что-то хотела с ним сделать, думаю, выбрасывать жалко, заберу. А вообще, перец есть, зеленый, и он пожелтеет, но он у меня на даче. Нам надо привезти его. Вот как тогда собрала, я видео снимала, так он у меня там и лежит. Так он у меня там и лежит. Привезти мне это. Никак. Никак я не это не могу. Ну, то есть на себе не потащишь, знаете, до автобуса надо дойти. В автобусе тащиться с ним. Все вот это в сумки будут заглядывать. А что они там везут? А что они там вырастили? Вот. Я вот такой не люблю, если честно. Так. Здесь тоже вот черненькое. Сейчас я его вырежу. Не знаю, вот что-то. Вот видите, как черненькое. Что тут, не знаю, такое. Вот. Сегодня зашла в магазин. В общем, ходили это. Сегодня на могилке ходили. Пешком. Идти нам за город. Ну, в общем, прилично. Я сегодня прошла. Вот, сходили на могилке. Но машины нет, поэтому пехом. Автобусы туда не ходят у нас. Вот. Ходят только, знаете, когда на родительский день. Все, больше никогда не ходят. Ну и в общем это. Не, до близлежащей надо доехать, оттуда еще потом дойти. Ну, в общем, мы решили, что не хрен деньги тратить, пойдем пешком. Пришла, как собака устала. Как собака устала. Поела и спать завалилась. Короче, вот так вот. Это. Когда шла оттуда, мой пошел насчет машину узнавать, а я это. Промокнуть. Как это? Как хирургия. На операции промокнуть. А я зашла в магазин, мне надо яйца было купить и молока. Ну и что зашла? Знаете, я офигела, девчонки. Самые дешевые яйца в Мариера были 96 рублей. Да, 96 рублей. И то это яйца, плати меньше, живи лучше. То есть это вот их, ну как, их производство. Вот кругленькие люблю, смотрите, какой он мясистый. Я вообще офигела, я вышла своему, говорю, ты прикинь, говорю, яйца. Мы брали эти, такие вот, поштучно которые. А мы брали их, они рублей 60 стоили. Может, чуть побольше в последнее время. Их нету. 96. Я вообще офигела, Думаю, ни хрена себе. Скоро мы, наверное, яйца есть не будем. Думаю, ну, это, деревенские будем брать на рынке, они по 100 рублей. Были, мой говорит, так это были. А почем сейчас они, почем они сейчас, кто его знает? Сейчас, ой, тоже смотрите-ка. Черненькое вырежу. Вот, поэтому, девчонки, даже я не знаю, что делать. Мы как-то без яиц вообще никак. Ну, 96, это вообще уже. Кошмар какой-то. Вот. Так что вот так. Так, мошка поползла. Это. Вот они вот видят, где что-то немножко какие-то овощи, еще это подпорчиваются. А они уже тут как тут эти. Как тут эти. Мошки. Ну, полетела. Так, вот это вот кокоду. Это у меня кокоду. Ой, хороший перчик кокоду. Сейчас я... Так что вот такие вот пироги. Вот такие пирожки. Но зато в светофоре, появился лук. 17,90.
И вроде так сетки неплохие. Вот я думаю пойти купить сетку. Спросила у них, сколько весит. Ну, я это, в одноклассниках у них группа. Ну, наша группа. Нашего этого. Так, вот это я не знаю. Все черное я выкину. Короче, хватит перца. Для вкуса хватит. Сюда же. Сюда же. Так, вот это вот мне все надо выкинуть. Все это выкинуть. Сюда становый пакетик. Морковку не буду выкидывать, съем. Морковку съем. Так. Ну, на, поставлю, чтобы не это. Так, это мне не надо. Убираю. Ой. Ну вот. Ой, блин. Вот это у меня слава. На славу слава уродилась. У меня тут весы. Сейчас я сейчас взвешиваю. Кто-то говорит, подкрутила. Что-то я не помню, что я взвешивала. Вот подкрутила. Так что взвесить. Надо же на ноль поставить, подкрутить, а потом взвешивать. Так. Чуть больше килограмма. Черешка уберется и будет кило как раз. Так. Нормально. Нормально. Так, я вот это сейчас. А вот тут вот еще вот это чуть-чуть посрезаю. Там, где она треснула у меня. Слава сказали, я думала, она поздняя. Они сказали, она среднеспелая. А я думала, поздняя. Вот. Ну. Ну, я знаю, что раньше у нас все бегали. Вот слава. Нужна слава. Капуста слава на засолку и все такое. А потом я как-то это. Что-то пошла, нету славы себе. Купила вот это подарок. Своей куме привезла. Так она до сих пор говорит, вот был подарок, так подарок, точно был подарок. Такая капуста, говорит, выросла. Вот. И квасить ее, это все. Так. У меня все на полу, короче. Все на полу. И мешочек с мусором. И кастрюля с этим. Поэтому... И потом я как-то перешла на подарок, а потом мне написали, ой, капуста слава хорошая в засолке. По-моему, на канале меня не нахвалили. Я думаю, ну ладно, посажу славу. Более она у меня была слава. Семена. Так, все. Так, немножечко режу. Как-то, знаете, вот так вот крошут. Я так не умею. Я так не умею. Я умею вот так вот. Раз. С внешней стороны на внутреннюю. Так, ты у меня не грохнись. Ой. Неудобно мне. Короче, я встаю. Капуста. Упс. Все. Усё. Так, теперь. Теперь. Все.
красавица вся. Непонятно в чем. Короче, теперь вот это сюда. Ложка соли, столовая ложка соли. Столовая ложка соли. Так, что-то тут черненькое. Наверное, я возьму побольше, потому что у меня... Ну, чуть-чуть побольше, потому что у меня немного больше. Так, столовая ложка сахара. Ну вот, а что делать? Так, теперь мне надо 100 миллилитров, так это перемешать. Не утрамбовываю, ничего, не давлю. Просто перемешиваю. Вот такая красота. Вот такая красота. Вот такая красота. Вот такая красотенька. А, смотрите, ну это что? Это ж прелесть. Так, теперь... Вам будет не видно. Ладно, я вот это уберу. Сюда отодвину. А это сюда. Так, а капусту и тарелку. Морковку доедаю. Так. Мне надо 100 миллилитров. Что-то у меня на нос приклеилось. Наверное, капуста. Смотрите, какая всем красивая. Ну, что такое? 100 миллилитров. Уксуса. 100 миллилитров это 100 грамм. Или 50. Что это будет много? Да он что ж ты? Так, 49,3 у меня. Так, это 9%. Ну, примерно вот столько. Масло, естественно. Тоже. Потом помой стакан. Масло не 50, 49,2, короче, ладно, бог с ним. И масло. Все. Теперь это все перемешиваю. Ну, как бы вам сказать-то, мои хорошие, естественно, вот ложкой мне неудобно перемешивать. Я перемешаю все это. Ручками пойду, ручки помою сначала. Так, ручки помыла. Теперь это не давлю ничего, просто перемешиваю. Просто. Чтобы равномерно распределилось. И капусточка, и морковочка, и что тут у меня еще? Все. Ну, это не на зиму, девчули. Девчули, это не на зиму. Не знаю, меня там видно или нет. Вот, это не на зиму. Наклонилась. Может, меня видно будет. Это так, сейчас кушать. Но это очень вкусно. Вот. А капуста что? Она же хранится долго. Сделали вот это. Съели, еще сделали. Вот. Чтобы не надоедало, как это говорится. Ой. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Все, сейчас я сделаю. Сделала. Смотрите. Смотрите, какая прелесть, а? Кисловатая. Сахарку добавить. Короче, ничего не буду делать. Какая есть, такая есть. Какая есть, такая есть. Все. Мою руки. Убираю сейчас в этот, как его, банку и в холодильник. В двушку или в трешку, в какую банку. Даже не знаю. Наверное, пушку уже мало будет. А эту, наверное... Короче, знаете что? Если она будет не полная, ничего страшного. Ничего страшного.
Все, перекладываю. Ты у меня, главное, не грохнись. Вот так вот. Короче, песня будет длинная, пока я тут переложу все. Наверное, проще руками будет. Вот так вот. Вы знаете, она уже сок пускает на дне. Представляете? А что я тут ходила, руки помыла, да за банкой сходила. Ой, тебе уже сок дает. Быстро. Да, надо было в двушку мне складывать. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Сок уже вообще, я в шоке. Немного, просто чуть-чуть придавила. Смотрите, видите, выливается сок, это чуть-чуть капустки. Все, милочка немножко примну, не давлю, просто примяла. Да, надо было, наверное, в двушку мне лучше, как раз было бы. Все, девчули, сейчас я ее оботру салфетками и в холодильничек, а завтра будем кушать и наслаждаться. Маринованной капусточкой. Пока, девчули, люблю вас всех. Очки съехали. Все, пока. Короче. А то я сейчас буду еще 3 часа прощаться. А мне надо еще пойти руки помыть. Обожаю кучерышки. Пока.